Привет! Вы знаете, что в Германию нужно делать в первую очередь? Это когда приходишь к дому открывать почтовый ящик. Что мы всегда и делаем. Вот это наша громадина. Проверяем на наличие писем от всяких антов, посылки и многое другое. Что-то пришло. Как всегда, Алинке подарочки и ее розыгрыши. Давайте, кстати, сегодня сделаем распаковку. То, что у нас накопилось за пару дней. Мы даже еще ничего не открывали. Посмотрим, что к нам там пришло. Ну вот наши все посылки. Сделаем распаковку. Так, вот куча писем от мебельной конторы. Это еще какое-то. Это Handwerker, наверное, да? Твой, ты уже открыла? Угу. Страховая Ergo. Хофнер мебельный. Какие-то призы. Еще тут какие-то бонусы разных магазинов. Это все в почтовом ящике в один раз практически. А, и, кстати, прикол. Джоб прислал письмо, видите, 15-го, а вызвал на термин 14-го в 9 утра. Какой косяк непонятный. Будем разбираться. Так, сейчас тогда дошла очередь до этих посылочек. Посмотрим, что там внутри. Начнем с этих коробок. Для этого у меня есть хороший ножик. Будем параллельно у Алинки спрашивать, что это вообще такое. Алин, что это? Бесплатные пробники? Угу. Короче, да. Бесплатные какие-то пробники. То ли помада какая-то. Это крем Джорджо Армани. Это тональный крем. Тональный крем. Так, понятно. Это бесплатно все получила Алинка. Что за контора? Дуглас. Тут тоже тебе куча пробников пришло. Угу. И какой-то крем. Это не бесплатно. А, это платно, да? Крем платно, а пробники бесплатно. Круто. Так, здесь что? Мы по магазинам практически не ходим. Если заказываем, то в основном все в интернет-магазинах. О, ничего себе, это что такое? Ладно. Это, походу, я крем выиграла. Выиграла крем? Mm-hmm. А ты можешь в описании под видео снизу сделать ссылку, где ты выигрываешься? Да, могу. Потому что много будут спрашивать. Потому что Алинка в месяц где-то товаров на 50 евро выигрывает. Походу, здесь одежда какая-то. Это футбольная форма. Мой мелкий из Калининграда заказал. 15 евро стоит, да, вроде? 17. 17. Неймар. Вот такая футболочка. Штаны. И все. А шорты? Все за 17 евро. И гетры. Так. И что-то тут еще от Манго. Что-то моя девочка заказала опять. Это что, шорты какие-то? Шортики, футболочки, к лету готовлюсь. К лету готовишься? Угу. Вот такие шорты. Сколько они стоили? Будут спрашивать. 22 евро. Видите, 36 размер. Насколько худенькая девочка моя. Так, а это что, футболка? Футболочка. А она сколько стоит? По-моему, 8 евро. Ну, просто маскировочная. Футболка. Так, ну что, самое главное, скорее всего, это наш долгожданный, как там, курительный элемент. Что это вообще такое? Я даже не знаю, как это называется. Это должен быть кальян. Кальян? Которую мы оплатили по очень здоровской скидке
70 евро, а он стоит 300, да? Ну да, вроде как. Ссылку нам дал друг из Казахстана, который тоже живет здесь как поздний переселенец в Германии. У него есть канал про рыбалку, еще раз скину, у него там 50 тысяч подписчиков, чуть больше. Вот они нам дали ссылку на этот кальян, и мы его взяли очень дешево на Амазоне. Но мы ждали долго, 3 недели, да? Уже претензию написали. Как всегда, много бумаги. Ох ты, какой тяжелый. Вот так коробка выглядит. Вот такой он получается. Фирма называется М. Росенфельд. Ну, типа бутиковый. Вот такая металлическая штука. Шланг, чтобы дышать, такой бархатный, как мятный, такой прям приятный на ощупь вообще. Так, что дальше? Смотрим. Опасно, опасно стекло, наверное. Так, наверное, покажу вам так. Такие всякие ситечки. Это, наверное, штука для углей. Сюда складывать. Еще сильно не разбирались, потому что как бы не сильно профессионалы мы в этом деле. Сейчас достану все потихонечку. Такие металлические штучки. Весь он изготовлен из нержавейки. С такими вот надписями. Видно, не видно. Все такая четкая резьба. И сама колба стеклянная, наверное, самая дорогая из этого комплекта. Ну что, потихонечку соберем. Надо еще табак купить. Табак будем покупать без никотина, который, да? Просто запах. Ну еще сейчас соберу, покажу. Вот такой получился у нас кальян. Как я говорил, нержавеющий металл, такая добротная вещь, тяжелая, серьезная резина. Кстати, насадки, чтобы, если что, кальян использовать, салфетки в комплекте еще такие. Такой пинцет для угля. Все такое эргономичное, аккуратное, крепкое. Так что ссылочку оставим под видео, еще раз напоминаю. Заказывайте. Цена 70 евро всего лишь. Еще покажу, что Алинка бесплатно выиграла. Смотрите, тоже от Дугласа. Вот такой непонятный крем. Для чего? Неизвестно. Сейчас разбираемся, переводим. Но надо обязательно эти все товары, которые тебе подарком приходят бесплатно, надо рекламировать в своих социальных сетях. Что мы, в принципе, и делаем. Алинка у себя размещает, я иногда у себя. Такие правила розыгрыша.